Ой, я же должна была... Блин, еще Машечка должна была себе позвонить. Ничего. Я забыла и уже зашла в прямой эфир, ну ладно. Короче, я думала, да блин, так жаль, что не пригласили тебя на свадьбу Валеры, а Бетти будет там? Нет, Бетти там тоже не будет. Фу, слава богу, блин, прикиньте. На куртке тоналку увидела, и я думала, что это нет, не уйдет. Ну, слава богу. И что за херь, блин? Тебя же пригласили на свадьбу. Слушайте, я так думала, что меня пригласили на свадьбу, потому что был момент, получается, когда я приехала на Лобное, где я такая в тигровом пальто, красивенькая, и там у нас был разговор, типа, ведущая спросила ребят, приглашаете ли вы Тату и Бетти, они такие, да, конечно, конечно, вот. Извините, сейчас. Вот. Но так как пригласительное мне не выслали, вот, поэтому я не пойду. Так, ахахахаха, все видели твои труханы. Какие труханы, я поняла. Интересненько. Это шорты были. Где, я не поняла. Вы имеете в виду то, что на мне? Ну, я в шортах. В чем я могу быть еще? Трусал, что ли, я в город вышла? Что это за бред вообще? Еще так же смеешься, пиздец. Может, тебе пальчик показать, ты тоже ржать будешь? Пиздец смешно, бляха-муха. Так, ладно. Бетти супер милашка. Так, от Валеры отстань, живи своей жизнью. Ну, я как бы так и так живу своей жизнью. Но я считаю, что люди, когда общаются нормально все, ну, я не знаю, поэтому я не претендую на Валеру, мне как бы на него с звука колоколи, ну, просто, может, она считает, что, или там, я не знаю, мне пофиг. Это уже не мое дело. Отстать, ну, вы хотите, вы в своей жизни делаете так, как вы хотите. Я делаю так, как я хочу. Ты вообще кто? Вот, поэтому я не пойду, и Бетти не пойдет. Аня сказала, звать бывших на свадьбу не будет, и Валера, естественно, тоже. Значит, тебе не позовут. Слушайте, как будто я его бывшая девушка, я его бывшая жена, я мать его ребенка. Если он как бы не считает, что нужно, чтобы его ребенок приходил на свадьбу, а ребенка он своего тоже, кстати, не приглашал. А вот, поэтому мы с Бетти найдем, чем нам заняться. Так, ты плакала сегодня? Нет, вы что? Не, я вообще сильно не плакала. Просто я кушать очень сильно хочу. Сейчас жду человека, он опаздывает, и я пипец как хочу есть. А вот стою в ресторане, я однажды пойду. Сидеть хочу там, шоп, нафиг. Я прям кушать хочу, с ума скажу.
Поэтому надо покурить эту палочку, чтобы стало мне еще хуже. Вот это класс. Вот это я понимаю. Это по-нашему. У тебя веснушки, да? Что, видно, что ли? Вообще, я люблю веснушки, но мне кажется, здесь сейчас не видно. Надо окно открыть хотя бы. Сейчас. Это мне задача забыть какой-то мужчину просто. Про что забыть, я не понимаю. Про что говорить, про что забыть-то? Не надо забыть, я что-то не понимаю. Блин, мне так это плохо видно, пипец. У меня все-таки зрение очень плохое. Как называешься вот цвет волос? Слушайте, я не знаю, как называется мой цвет волос. Мне всегда это, наверное, самый популярный вопрос. Реально самый популярный. Но здесь как бы не поймешь никогда, потому что тут намешивают 5 цветов. Там и синий есть, и там зелень есть, и там еще что-то. То есть тут много очень всего. И это все в миксе. Там 5 или 6 цветов у меня намешано. Ну, как-то там. Ну, правильно, естественно, у меня же не синий волос. Ну, там что-то нейтрализовать, что ли. Вот, но в любом случае мне уже надо краситься. Я уже 1000 лет не красилась, это у меня уже все сильно... Тат, привет. Подожди, сейчас не успеваю. Тат, ты так стала еще позитивнее, Миле. Тат, так держать тебе очень. Тат, спасибо большое. Так. Так, как относишься к Ане? Слушай, как я могу к Ане относиться? Очень хорошо я отношусь к Ане. О, она скоро родит Бетти, братика или сестренку. Как мне к ней относиться? Я вообще считаю, что, ну ладно, это личное дело каждого. У меня европейский менталитет, как бы, не русский, поэтому здесь я ничего не буду комментировать. Блин, спина болит. Так. Как называется модель электрон? Это одноразовый, ну как одноразовый, на 400 типа этих тяжек. HQD, это такая, она сейчас везде не продается. Так. Праворульная? Нет, леворульная. Вот если я сижу. Справа от меня ничего нет. Справа от меня ничего нет. Так, нижние ресницы, фу, кошмар. Тебя даже никто не спрашивал, кстати, кошмар это или не кошмар. Мне нравится. Твое мнение как-то я не учитываю. Я не учитываю. Она мне... Так, ты похожа на транс. Вы знаете, вот у меня... Я сейчас вот посмотрю эти штанишки, сейчас смотрю себе. Члена вроде нет. Но если бы даже был, вот тебе бы точно пососать не дала, раз тебе прям так беспокоит, транс я или не транс. Вот. Или наоборот, дала бы вот тебе сейчас, раз уж на это дело пошло. Просто не знаю, что тебе сказать на это слово. Транс, между прочим, это вообще... Как можно обижаться на слово транс? Давайте будем честными. Трансы выглядят в 1000 раз краше и лучше, чем 70% женщин на этой планете Земля. Поэтому о чем мы говорим, блядь?
Это ж комплимент, считай. Вот. Тоже мне. Трансы какие-то красивые есть. Вообще, я на одну трансуху подписана в этом ТикТоке. Это такая красота. Это такая вообще невероятная красавица. Они такие, то есть ни одна женщина в подметке не годится. Так что это не обидно. Согласна. Согласна. Так, у меня ничего такого так. Джона, кстати, это сейчас не Джона, Джона, я не знаю, где он потерял. Ой, все зря покурила, голова закружилась вообще. Ой, так, красоточка, спасибо большое. Ну что такое, это же HKD какая-то такая штучка. В табачке можете любой купить. И вот мультифрукт взяла. Я пробовала лимон кейк. От врата вообще редкостный. Так, где Марина Тристановна? Моя мамочка живет в Китае. Всегда она там. Я ее уже очень-очень давно не видела. Какая красотка, спасибо. Ты выглядишь шикарно, такая нет, нереально. Спасибо, мне так приятно, спасибо. Так. Мама вышла замуж? Нет, мама не вышла замуж. Она давным-давно уже рассталась с тем мужчиной. И все, и давно в Китае, она уже очень давно там. Так, откуда такая шикарная куртка? Слушайте, это я себе шила на заказ. Это, короче, королевский питон. И, такой огромный, видите, здесь чешуя, она прям огромная. И вот этот питон, он, прикиньте, ест людей вообще. И все. Тата, ты богиня. Так, какого фига я смотрю? Я слышу новости в этом вообще. Еще раз скажу, что да, это просто такая HPD, как кальянчик такой маленький. Это не рынки было. Змею убитую нацепила на себя. Знаешь, что хочу тебе рассказать? Хочу рассказать тебе одну очень важную вещь. В этом жизни змейки сбрасывают шкуру. Прикинь? Да, змея это тебе не норочка. Я говорю, хочу рассказать одну, она говорит, убила типа этот шкуру там или что-то такое. А, змею типа. А, типа я ношу убитую змею. Хотела девочке рассказать, что как бы змея это не норочка, вот, и как бы змею не надо убивать, что она сама скидывает кожу свою. Тата, посоветуй биби-крем. Любые девочки, это вот любой биби-крем, тональный крем, база под макияж. Сен-Лоран это просто сказка, я вам честно говорю. Это лучшее, что может быть. Я всем советую. Биби-крем вообще невероятный. У них вообще вот именно то, что связано с тоном, реально, и вот с базой, это лучшее, реально лучшее.
что пишет, подождите. Знаете, я поняла, почему я плохо текст вижу, потому что куртка рябит, она такая, ну, если бы была черная, то было бы... Сейчас, подождите. Сейчас, подождите. Нет, все равно хреново видно. Так. Слоран. Я покупаю, если в Москве, то я беру все, что связано с косметикой, в Золотом Яблоке. Привет, красотка, привет. О, Галиночка, привет. Как Марина Тристановна? Слушайте, мамочка моя, хорошо. Единственное, что, конечно, я ее очень-очень долго не видела, очень соскучилась. Мы прям давно мы не видели. Так, зачем вы устроили тот цирк с свадебным платьем? Что? В каком платье? Вы просто по свадьбе Ване Валерьевне делали, что 50-го тут. Слушайте, Илья, может, рассказать. Слушайте, во-первых, меня приглашали на свадьбу, это обсуждалось на лобном. Я как бы тоже не фантазерка. Вот. Поэтому не умничать. Так. Уверен, человек, который, конечно, придет, там просто пиздец какая жопа, пробка. Ну, я вообще-то раньше просто приехала, 2:30 лет не спит. Сейчас еще мой любименький придет. Все здесь. Потом пойдем сюда. Мой любименький сейчас там, слева. Сейчас... Третья моя подруга. Мы пойдем вот сюда. Да, ты скажи, что ты тоже не веришь, что Валера не изменится и станет лучше, перестанет пить и гулять. Бред это просто. Слушайте, это не мое. Мне это вообще не важно, какой он будет, хороший он будет, плохой он будет. Это их личное дело, как бы, я, нет, что, как он будет, изменится, не изменится, это его личные дела, мне, какая разница, я же не его жена, чтобы мне за это переживать, и, слава богу, это все закончено давным-давно, и слава богу, господи, спасибо, поэтому о чем я вообще говорю, какая мне разница, изменится он или нет, это его, это их должно парить, это его должно парить, а не меня. Молодец. Покажи колечко вот. Так, тебе обидно, блин, на что? Что мне обидно? Что Валера не... Что мне... Что... Мы, значит, разговариваем про то, что изменится Валера или нет, а вы мне говорите, мне обидно. Мне за что обидно? Что он изменится или не изменится? Меня это как вообще касается? Для меня главное, чтобы он нормально общался с ребенком. А изменится он? Что он будет делать? Где он будет работать? Сколько зарабатывать? Это не мои уже дела. Вовремя просто каждый месяц. Ну и то, алименты я понимаю прекрасно. Я получаю только пока человек на проекте. Без проекта, ну какие алименты? Я вас умоляю. Где батюшка? Батюшка, садька. Это вопрос только с дочкой. Слушайте, это по поводу дружбы. Я вообще готова с ней нормально общаться. Но, понимаете, это как больше навязанное, что ли. Вот тоже я так смотрю сейчас. Все-таки это больше навязанное. Это вообще прям навязанное.
возьмут. Один раз забрали на проект, поиграли. Тем более по эфирам Аня ходила, говорила, что типа Валера, поймай Бетти. Бетти что-то Валера пришел, что-то он ее поругался, что она убегала. Ну, короче, не знаю, бред какой-то. Если бы только из-за ребенка, то она бы не бегала по ББ и так далее. Бля, вот ты же взрослая женщина, да? Вот ты же понимаешь концепцию нашей работы, грубо говоря. И ты как бы вот, ну, реально, да? Я реально хожу на ББ, вот чтобы реально Валерке высказать вот это все. Вот ты как бы реально, да, вот вообще там макарошка или что там в голове? Я просто, мне интересно очень. Я просто выговориться хочу, и поэтому иду туда. Так, любишь, Валер? Конечно, люблю. Это ж, как можно? Это же Валера. Что такое? Это вообще, как можно не жалеть вообще? Это же... Как скажете иногда вообще? Так, Тат, расскажи про питание. Что себе позволяешь? Я себе позволяю есть много авокадо, потому что полезные жиры. Вот, креветки, сельдерей я много ем, очень много сельдерея, реально ем очень много сельдерея. Ой, как тихо стало. Так, мне сейчас надо еще кое-что по работе сделать. Возвращайся на проект. Ой, нет, вы что? Я уже взрослая такая, мне кажется, я. Нет, ну если бы, наверное, я вообще никак не состоялась бы, почему туда возвращаются всегда люди? Потому что, ну, не получается там что-то. Хотя там не такая большая зарплата, блин, я больше зарабатываю, чем там. Не, я себя уже вот ведущей, я себя вижу, да, но участницы точно нет. Не, даже не представляю, я чуть недавно пошла на шоу. А, когда вот у Валеры была свадьба на миллион, и мы еще тут так сидели, я сидела от начала до конца. Я думаю, господи, вот ты сидишь так долго, все, тут все слушаешь, смотришь. Они реально этим живут, там же, ну все, ну как, ну нет, уже все, ну это я уже старенькая, куда, ребят, я же старушка. Что-то пришла, мне было 23, что ли, да, или сколько. Сейчас мне уже 27, я считаю, что я там пробыла 2 года, это вот так достаточно, поэтому я думаю, что это уже как бы перевод. Так, ведущий, так пишите на Дом 2 Магазин или Дом 2 ТНТ, там этот официальный аккаунт, который миллионники, напишите Тату ведущий. Они, кстати, сейчас ищут ведущую, я жду, когда приедет один человек, вот, и хочу написать или позвонить, не знаю, думаю, как правильно сделать. Слушай, если ты хочешь решить проблемы, на... Так, Ксения, ой, мамочка, я с ней... Пожалуйста, вот... Не учи ученого, вот так хочу сказать. Не учи ученого. Так... Что, у меня зарядка садится, походу. Хорошая песня. Бум-бум. Посоветуйте, как похудеть. Слушайте, похудеть что? Девочки, вот ничего сложного нету для того, чтобы похудеть. Нужно в первую очередь бешеное желание иметь, чтобы похудеть.
желание, вот, например, я поняла, вот, в своем, вы просто себе представить не можете, что со мной было, вы себе представить не можете, короче, на карантине, бляха-муха, что со мной случилось, это просто, я не знаю, это какой-то просто инфузория какая-то, я вообще в шоке, я даже вспоминать это не хочу. Короче, значит, на карантине я ела вообще как не в себя, как последний раз. И такая ситуация, значит, произошла. Я, короче, встаю на весы. Ну, так смотрю, что-то жирная такая. Встаю на весы, ребят, встаю на весы. И что вы думаете? Я вижу, там написано, прям вот эти цифры были, 63. В смысле, я была 49. Я вообще не поняла, как это со мной произошло. Что, думаю, это вообще такое? Я 49 килограмм. То есть, вижу, тут фигак, и просто я за карантин 63 там за какие-то 1,5-2 месяца. И как ни в минико. Но я ела Макдональдс, блин, Херонадс, что только не ела. И я встала. А я 63 килограмма, я никогда не забуду этот вес. Я родила Бетти. Вот я родила Бетти, я стояла на весах. Прям только ее родила, мне поставили на весы. Я смотрю, мой вес 63. Я еще думаю... Блин, думаю, какой же ужас. Но я быстро себя пришла, то есть мне там, я, в принципе, достаточно быстро себя привела в порядок, потому что я прыгала на этих кенгу-джампах, что только не делала. Вот. И когда на карантине у меня произошла такая ситуация, я говорю, слушай, Таточка, ты как бы вроде ребенка родила, есть ты его как бы обратно не ела, чтобы такая метаморфоза произошла. И я все начала бегать, прыгать. Бегать, прыгать, как коза. И есть вот сельдерей, авокадо, креветочки, и все шикарно. Я сейчас 54 килограмма. Всего лишь за 3 недели. Ну, честно, я ничего не ела на протяжении 3. Сейчас я начала уже есть там все, что относительно хочу. Вот, там, ну, заправки какие-то там салатные. А там я ела каждый день, 2 раза в день я ела, значит, на обед и на ужин. Я ела салат, сельдерей, авокадо. Сельдерей, авокадо, креветка. Все. Тата, ты хорошие советы красоты дала мне. Спасибо, что я очень рада, правда. Так, что кушаешь, помимо авокадо, сельдерей, креветок? Что кушала? Вообще ничего. И вот эти 2,5-3 недели я ела конкретно только этот салат. В какой-то период, конечно, мне не хватало, видимо, белка там или чего-то. Лучше, конечно, яички добавлять. Вот утром там и яичко можно скушать. Все. Ну, это надо прям переждать. Это прям надо к этому прийти. Этого надо очень сильно захотеть. Я знаю одну вещь. Когда я вот, я люблю, у меня любовь к себе идет через тело. Я не за бодипозитив. Нет, я за... Да, и в принципе это есть. Каждому человеку должно быть вот свое. Мне некомфортно так. Я люблю себя. Когда я худенькая, когда я смотрю на себя в зеркало, когда мне нравится, я от себя тащусь и сама себя хочу. И я вот смотрю, думаю, боже, какие ножки, боже, какой животик, там, какая фигурка. То есть я от себя кайфую, мне хочется носить белье красивое, я такая хожу, вот я с собой довольна. Как только я начинаю себя прятать, скрывать, вот, ну, сама, ну, вот как мне дискомфортно, когда я поправляюсь, прям очень мне дискомфортно. Я себя не люблю такой. Вот, но нету такого определенного веса. У каждого человека есть свой определенный вес, которым он себя любит. Вот, и я люблю, вот, я люблю, у меня любовь к себе идет через тело. Так, расскажите, пожалуйста, что кушает ваша дочка? Моя дочка кушает супы, она очень любит мясо, мясоедка, хотя я вообще не люблю мясо. Потом что? Супчики Бетти. Вот Бетти очень любит суп с фрикадельками и мясо. Это прям ее любимое самое. Вот. А так плов часто мы готовим дома. Гречку. Так, научись формулировать свои мысли, чтобы быть ведущей. Слишком много говоришь. О, Ксения. Знаете, что я вам хочу сказать? Если вы ведущая, это не значит, что это вы говорите. Вот у вас здесь есть ушко, и вам туда все говорят. Вы повторяете, представляете? Ну, это так, раз вы, ну, хотите умничать, тут как бы у вас и змея умирает, у вас и змею убивают, чтобы кожу получить. У вас как бы еще и...
Конечно, Бузова же целый день, у нее времени много, она целый день смотрит проект, такая все знает, где что происходит. Такая, о, это Васька. Она прям всю ночь учит всех новых участников. Прям весь вечер учит. Вот, это надо запомнить. Это пришел Коль Петров. Ой, это надо запомнить. Она прям прописывает это все. Потом такая, ой, а это вот Константин Иванович, понимаете? Так, ладно, короче, я пошла. Ну чё, бро? Всех целую. Здорово, бро. Всех целуешь? Они тебя целуют? Они меня тоже целуют. Да? Ну, тогда хорошо. Так, ну все. Содержанка, да, вот содержусь тебя как-то пройти. Приходится себя как-то... Про сериал, наверное, спрашиваешь. В сериале, к сожалению, содержанки не снималось. А что это? Он машину заводит. Заводи. Так, ну все, мне надо ехать. Все, чао, какао.